Какую оценку по пятибалльной шкале вы бы поставили управляющим компаниям за уборку в зимнее время? С таким вопросом мы обратились к горожанам на улице. У нас пятерка. Это вот Славского 10. В нашем дворе хорошие поставлю. Хорошие дворники. Четверку поставлю точно. Ну, по пятибалльной на троечку, наверное. А вот прокуратура города поставила двойку. В ходе проверки оказалось, что не все управляющие компании справляются со своей работой. При обследовании многоквартирных жилых домов, расположенных по улицам Театральная, Королева, а также по проспекту Ленина и находящихся под управлением управляющей компании «Единый город», было установлено, что на крыше данных домов имеется снег, наледь, сосульки, на козырьках подъездов имеется снежный покров толщиной более 30 сантиметров. Аналогичные нарушения были выявлены в работе управляющих компаний «Наш дом» и «Техмастер». Прокуратура города внесла представление и обязала устранить нарушения. Татьяна Балунева, Константин Белов. Наше время.